Армасандры. Это тоже старая, довольно старая марка. Значит, решили ее, ну, это Сергей Владимирович инициатива была, решили ее на базе нашего предприятия восстановить и получить такого же качества. Брались сведения из литературы, делались возможные варианты, опыты. И все-таки получили мы вот этот Малагу, так называемую. Ну, Малага, название это не прошло, потому что к нам могли быть претензии от того государства и от того города, откуда эта родина Малага. Вот, значит, Испания. Испания, есть там, по-моему, остров Малага. Именно оттуда. Поэтому могли быть к нам и санкции штрафные, и претензии со стороны Испании. Поэтому мы не пошли по этому пути, предвидя вот такой исход, начали искать название свое. Потом, значит, была предложена марка «Ренессанс Крымский», то есть «Возрождение» в переводе. Тоже это название марки не прошло. В общем, эта марка далась большим трудом. 3 раза переписывалась инструкция. Винодел полгода посвятил этому, чтобы и инструкции были утверждены, и в конечном итоге было утверждено уже название этой марки, то есть «Нектар Массандры». И вот она получила достойное свое место в нашем ассортименте, ну и достойное место на дегустации. Мы это видим по результатам. Ну вот так немножко, несколько слов. Вот Марсала Малореченская, скажем, на дегустациях Ялта Золотой Грифон, на тех же дегустациях Марсала Малореченская, значит, ну, она производится с 2001 года, получала золотые медали в 2003 году, в 2004, в 2005 и в 2006. Серебряные медали она получила в 2001 году и в 2007. То есть довольно заслуженная марка, и мы видим, какие награды она получила. Марсала Солнечная с 99 года производится, золотая медаль в 2006 году получена, и серебряные медали в 2000, 2004, 2005 году. Портфель производится с 1996 года, золотая медаль в 99 году, в 2000, в 2006. Серебряные медали в 97, в 2001 году, в 2003, в 2004 и в 2005 годах. Это я перечисляю все те марки, которые были созданы на нашем винзаводе, нашим виноделом, ну, коллективом нашего винодельческого предприятия. Каберне Екатерины с 2003 года производится, золото 2006 и 2007 год. Саперави сортовое, тоже наша марка, производится с 2003 года, серебро 2006 и 2007 год. Бастардо Калистон. С 2004 года производится, так что не так давно, буквально 5-й год. Серебряная медаль в 2006 году. Кокур Калистон с 2005 года, золото в 2007 году и серебро в 2006. Ну и Саперави Калистон с 2005 года производится, золото, золотая медаль в 2007 году получена. Серебряная медаль в 2006. Вот так где-то произведены были на территории, то есть на нашем винзаводе. И вот каков результат труда коллектива винодельческой отрасли нашей, ну и коллектива всего предприятия в целом. Ну, вот вкратце, что я хотел сказать. Добавлю несколько слов еще по нектару Массандры, по так называемой Малаге. Значит, уникальная эта марка. Буквально в этом году только она утверждена и получена. Утверждена марка эта и название
присвоено только в этом году. Но уже по первым результатам мы видим, что эта марка тоже будет востребована. Просто ну, надо уделить внимание, должное внимание рекламе. Мы завезли сейчас, разлили пробную партию для нас, не так много, завезли по нашим магазинам, и мы убедились, что в наших магазинах оно буквально начало идти. То есть это уже о чем-то говорит. По вкусовым качествам, ну, это надо попробовать его, надо попробовать, чтобы что-то о нем рассказать. На словах это не передашь, вкусовые качества настолько, скажем, широкого масштаба, что там присутствует все. Начиная от цветочных тонов, сухофрукта, кофейные тона, шоколадные тона, все. Богатый такой букет, богатейшие вкусовые качества. Считается оно ликерное. Я так думаю, что в ближайшем будущем оно станет на одном уровне, на одной ступени с мускатом белым, красным камня. Я думаю, что так будет. Ну вот вкратце все у меня.